Українська морська партія Сергія Ківалова і її лідер продовжують приділяти увагу основним проблемам трудового класу. Цього разу лідер політичної сили зустрівся з транспортниками Одеси. Сергій Ківалов особисто з кожним поспілкувався та розповів про соціальні проекти партії та її ініціативи. Проблема очень серьезная в городе, как вы хорошо знаете. Мы вышли, Украинская морская партия, со своими социальными проектами. Рассказывать сегодня о тех социальных проектах, которые у нас есть, вы их хорошо знаете. То есть бесплатная юридическая клиника. Мне говорили, когда я иду в депутаты, закончатся выборы, и юридическая клиника будет закрыта. Вот уже более 20 лет она функционирует и работает. И в день принимает по 30-40 человек. Лідер Української морської партії переконаний, що результат дасть лише професійний підхід до вирішення проблем. Саме тому у команді політсили чимало експертів з економічної, медичної, політичної, соціальної сфер. Головний пріоритет Української морської партії Сергія Ківалова – забезпечення одеситів гідним життям. Експерти зазначають, для того, щоб це зробити, багато не потрібно. Необхідно не лише розраховувати на довіру, а й діяти. Мы вышли с инициативой, наши специалисты посчитали в отношении пенсионеров, которые получают мизерную пенсию. Мы предложили, давайте сделаем по-другому. По статистике, более 60% сегодня не оплачивают за коммунальные услуги. Не потому, что они не хотят, а потому, что они не могут. У них нет денег, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Поэтому мы предложили хорошую программу. Мы пенсионерам выплачиваем 1500. Эти 1500 выгодно для города, они вернутся. Українська морська партія на чолі з її лідером Сергієм Ківаловим дбають як про людей похилого віку, так і про майбутнє міста, про молодь. За ініціативою політичної сили в місті, зокрема, розвивається спортивна інфраструктура. На базі Міжнародного гуманітарного університету працює сучасний спортивний комплекс, який стає місцем зустрічі спортсменів з усіх куточків області та країни в цілому. Мы построили десятки стадионов и спортивных комплексов. Десятки. Все соревнования, которые сегодня проходят у нас в городе и в области, они проходят на территории наших университетов. Ну вот один стадион. Чемпионат города у нас, чемпионат области у нас, Украины у нас. То, что мы построили, я имею в виду, наша команда при поддержке Украинской морской партии построили, я подчеркиваю, мы с бюджета не задействовали ни одной копейки. Мы построили один стадион, второй стадион, третий, 20-й стадион. Мы построили за свои деньги, то есть все заработали. Транспортна сфера – це один з економічних рушіїв міста. Але сьогодні вона знаходиться у занедбаному стані. Усі транспортні проблеми можливо вирішити, але для цього владі необхідно якісніше працювати. У транспортників завжди була і є одна проблема – пробки в місті невозможно їздити. Паркінгами ніхто не займається, будівництвом паркінгів і необхідного кількості гаражей подземных, надземных, там, которые можно построить, потому что пробки уже до невозможности. Это подвижной состав, который нужно менять. Это закупить город бы не мешало, чтобы закупил новые большие автобусы, которые бы пустил на какие-то маршруты, где большой пассажиропоток. Украинская морская партия, которую возглавляет сегодня Сергей Васильевич Ківалов, это единственная партия, которая сегодня занимается конкретно вопросом развития морской отрасли, которая сегодня владеет всем тем, что негативное создалось за все вот это время, в результате чего порты, по сути дела, уничтожаются, сдаются в концессии, приватизируются. И тот человек, который имеет достаточно опыта, юридического образования для того, чтобы порешать все препоны, которые поставлены сегодня на то, чтобы эту отрасль загубить и воссоздать то, что было ранее, то, что он знает, какое оно было и каким оно должно быть. Его не надо учить. Он все это знает, всему этому обучен. Українська морська партія Сергія Ківалова відчуває підтримку одеситів, адже це одна з небагатьох політичних партій, яка працює на благоустрій міста. Нет дела, за которое Сергій Васильевич взялся бы, и оно мне было доведено до конца. Я счастлива, что то есть такой коллектив, который преподаватели не имели никогда задолженности по заработной плате. Человек – дело,
человек разума, человек, который беспокоится о каждом одессите. Вот иногда звонишь, там кто-то бедный, несчастный, помогите, помогите с клиникой, благотворительный фонд. Сделайте вот это, делает тут же. Праздники, никто не умеет так радоваться жизни, как они. Причем за что не возьмется, я глубоко убеждена. Лучшего мэра у нас вообще быть не может. Нагадаю, що до виборів залишилися лічені дні. Під час цього голосування одесити оберуть мера та депутатів міськраду, району та обласну. Саме час визначитися в своїх поглядах та вдумливо підходити до важливого вибору.